Привет, дорогие подписчики и зрители наших каналов. С вами снова Джек Шепард и Артур, и мы проходим Resident Evil 5 «Потерянный в кошмарах». Всем привет! Это небольшой DLC, в котором повествуется о том, что происходило до событий 5-го Resident Evil и как пропала Джилл. И оно довольно-таки интересно именно в плане атмосферы. Да, Джек Шепард? Да. Запросто. Ну, правда, ты Крис. Я Крис? Вроде ну, как. Ну, либо я. Хорошо, я хочу быть Крисом. Он же Бивин, я всегда им играю. Хотя, скорее всего, все-таки я буду Крисом, так я игру создал. Ну, посмотрим. Вполне возможно, да. Это будет разнообразие. Да. В общем, мы сюда пришли за Вескером и за... Как этого второго персонажа? Ты вообще помнишь сюжет Resident Evil 5? Ой, ну, я его недавно проскочил, но там как-то не особо... Хорошо. Ну, какой-то Спенсер или что там было написано? Да-да-да, вот Спенсер. Вот их мы пришли тут схватить. По сути, вот это дополнение, оно именно такое, такая отсылка к первому, к первым частям Resident Evil, и именно этим круто. Да, такой небольшой, так сказать. Вот это вот все. А, да, я Крис. Ну ладно, ты посмотри просто, это же первый Resident Evil, то самое фойе. Офигенно. Ну, похожее, конечно. Так. Здесь свежая кровь. Мне кажется, нам нужно пойти проверить, да? Да. Так. Ну что же, Шепард, начинаем охоту на вазы. Все эти вазы мои. Да! Клево. Так, я забыл управление. Так, что у нас по этому? Так, треугольничек это, в общем, инвентарь. У меня есть только баночка здоровья и пистолет с патронами. Я совершенно отвык. Ну да, это не так много. Нажимаешь на левый стик, бегаешь. Здесь у нас какой-то спуск вниз. Сюда нужно... так, что-то квадратное вставить сюда, понял? Гусары молчать. Какую-то штуку за 150 монет поднял. Так, тут есть рычаг. А тут есть дверь. И дверь наверху. Женщина, открыл. Зачем ты нажимаешь на всякие рычаги непонятные? Еще ваза. Так. У меня уже после 6-го Resident Evil, да блин, хватит все хватать. Привычка, что ты разобрал, а я потом смогу взять и... А, да-да-да, уже подбежал так и так. Investigate. Что пишут? Изнутри закрыто пишут нам. Чья кровь-то вообще? Кто нам брызгал? Я так, не... вот эту дверь, наверное... Тут наверное, смотри. Нам туда? Кто-то рыгнул кровью. Тут тоже. I think something would fit. Сюда что-то поместится. Гусары молчать. Интересно, что? Так, а наверху ты был, нет? Нет, ну пойдем туда. Ты за мной? Давай. Опа. Чё-чё-чё-чё-чё, тихо, братья. Так, прием. Мы слушаем вас, Игл 6. Нашли убитого человека. Судя по ранам, похоже, их кто-то бил. Возможно, это охрана Спенсера. Только бог знает, кто их мог убить. Принято. Мы знали, что эта миссия будет не очень простой. Будьте крайне осторожны. Так, ты у нас здоровый. Иди вперед. Я надеюсь. Кстати, карта, если что, правый нижний бампер. Тут чтобы нет бамперов. Ну, окей. R2. Так, подожди. Тут что лежат там? Еще трупы. Ты хватит трупы смотреть. Трупы это плохо. Ты смотри, их просто кто-то порвал. Стоп, так, кто-то сломал замок. Нужно найти другой путь. Окей. Парень, пораскинул мозгами. Хватит все собирать. Потрошки. Ладно. У тебя, кстати, ноль потрошков в этом. Это мне нормально. В инвентаре. Насколько я помню, насколько говорили, здесь вообще стрелять практически не придется. Это круто. Ну, это же хорошо. Я, кстати, например, вообще не играл. О, я нашел. Вон там наверху, там на среднем окне, наверху, видишь? Опа. Косые. Ну ладно. Так, как перезаряжать-то? L1 я не могу и крестик. Понятно. Так, а кто это у нас такой висит? Вот, патроны здесь возьми рядом со мной. А это и есть Спенсер. Понятно. Окей, теперь ты знаешь врага в лицо. Что же тут происходило? Что-то таинственное. Что-то странное. Так, ну ты пришел, ты понял куда, да? Да.
Так, ну пойдем. Я просто должен был выломать эту дверь. Ну так. Да, пошли. Крис, кинь меня, Крис. Обстрелы сейчас. Ну давай, удачи тебе, я тебя не смогу отсюда прикрывать. А, я один пойду? Да. Супер. Даже дверь открывается, как в первых резидентах. То есть показывает дверь, и она медленно открывается. Ну это круто, по-моему. Да это вообще именно вот... А смотри, это вот в первой части, насколько я помню, я играл, правда, миллион лет назад. Там было место, как раз как заходишь налево, там была такая же обеденная комната. А, ты же вниз не можешь попасть? Я нет. Ну ты, видимо, сейчас мне там дверь откроешь. Двойную, которая... Да, мне нужно спрыгнуть, походу. Так, а тут что за дверь? Сейчас я тоже могу куда-то войти. Тут дрободан лежит. Ты смотри. Не, я думаю, я пока сегодня пойду, вместе сходим, чтобы зрителям показать, что тут. Да, конечно. Двери клево открываются. Как обычно, через полчаса. Джек Шепард! Ты где? Меня прижали! Так, ладно, я спрыгиваю вниз. Я надеюсь, ничего тут не случится страшного. Потом уже... Че, говорит, вспоминаешь? Похоже. Raccoon City. Да, говорит, к сожалению. Там все началось. 9 лет назад. Я, говорит, старею. Не ты одна. Да, действительно. Так, всем бы так стареть, как Джилл. Вот какая. Вся округлая. Так, заходи, дорогой. Мне тут одному страшно. Я такая маленькая, с косичкой. Так, зачем я вышел? Я тебя защитю. Так, да понимаешь, при встрече с врагом я сразу кину в него пистолет, и ты меня будешь защищать. Run for your life! Да! Так, что у нас в камине? Интересно, говорит, кто зажег огонь? Погоди, погоди, не иди туда. Там у нас уже, похоже, дальше проход. Здесь у нас есть документ. Воспоминания Патрика. Ой, много букв. Много букв? Ну давай. Нет, это было бы на русском. Слишком много букв. Ну, я думаю, на паузе почитают любители. Да-да-да. Сюжет. Именно так. Короче, воспоминания слуги. Ова. Пароль. Мы подобрали пароль RS. Так, понятно. R5, что-то там какие-то циферки, короче. Так, ну у нас есть здесь еще одна дверь. И пойдем наверх. Или ты оттуда пришел? Нет, сверху я спрыгнул. А, тогда пойдем. На стол и со стола пришел к тебе. Cover me. I'm covering you. Вот это круто. Вот кто-то... Ты слышишь? Да. Так, я смотрю на второй этаж с прицелом. Вот это вот... Внизу чисто? Ну, вроде бы. Вот это дополнение, оно атмосфернее, чем... Вся игра. Че, может, внизу сначала сходим? Так, ну давай. Я просто хотел посмотреть, может быть, там что-нибудь на нас могло упасть, если мы вниз пойдем. Это прям даже страшно. Давай, открывай. Что там? А, и главное, ты сразу дверь закрываешь, и мне нельзя зайти. Здесь сральня. Здесь ничего не красная вижу трава. Ну как, здесь есть туалет. Так, красная трава. Ага. Две красные же не собираются. А у тебя какая трава есть? Никакой. Отлично. Я красную отдам тебе. Не-не-не. Ну ладно. Не хочешь, как хочешь. Наше дело предложить, ваше дело оказаться. Оказаться. Но все-таки непривычно немножко, то, что персонаж во время прицеливания и стрельбы стоит на месте. После 6-й части. Ну да. Так, тут у нас пианино, вот зеленая трава, как раз по трошке. У Спенсера было крайне завышенное ЧСВ, в каждой комнате висит его картина. Так. Ой, опять. О, смотри, пианино. Опять помнишь, как в 6-м? Да-да-да. Меня там бьют по лицу. Пам-пам-пам-пам. Так, сонат что номер 14. Воспоминания Патрика 2. У тебя дробовик есть? Хлёп. Да, я же тебе сказал, что я его нашел. Короче, ну, воспоминания слуги, что годами, веками, поколениями его семья прислуживала этому белому господину. Так, патроны к пистолету. Хорошо. Зеленая трава. Отлично. Комбинируй. Так, комбайн. Вот так вот. Так, но здесь какая-то скрытая дверь, судя по всему. Ты поиграл на пианино? Нет, не дали. Мне не дали. Ух ты, смотри. А, мне держать надо. Подожди. Он говорит, часть этой стены выглядит странно. А ты не видел, что у тебя опускалась эта стена? Да-да-да, она опускалась, а что ты делал? Ты играешь.
Мне нужно кнопочки нажимать, это куда ее такой. А, клево. Музыка клан, ну супер. Ой, я не ту кнопку нажал. Ты сложал. Это была лунная соната. Я ее всегда плохо играю. Сразу вспоминается червяк Джим. Да. Когда там летаешь этой непонятной. Третий уровень. Саламандрой. В кишках. По-моему, не плаваешь ли? Летаешь? Непонятно, сложно сказать. Не помню. Это уже. Это же червяк Джим. Какая разница? Да. Давай быстрее туда заходи, я сейчас ошибусь. Я не могу. О, тут какой-то этот. Там мне сбить надо, нет. Давай, давай. Да. Ну перешагни его же, ну. Ты посмотри. Что-то останавливает меня. Так, забираю эмблему. Так, хорошо. Забрал. Эмблема Центавра, я даже знаю, куда ее вставить. Кнопка мне нажимать ее нет. Ну, Не стоит, да? Как это не стоит? Ну, на нее нельзя нажимать, как бы. А, ну. Ну ладно. Я думаю, мало ли, от сигнализации какая-нибудь. Нужно оповестить всех, что мы тут. Понятно. Ходим по чужому. Так, а можно так вот так? Нет, тут нельзя разбивать да. Двери. То есть шарахнуть ногой. Будь культурней. Ты все-таки в гостях. Ну да, домик такой. Сейчас прямо из угла. Да. Будет кто-нибудь. Блин, что ж мы вдвоем не можем через двери пройти? Я думаю, что нам нельзя. Не тот ответ. О, я нашел еще одну эмблему. Ты клевый. Тут вот. Ну нам их засчитывают. Обоим так что. А, обоим сразу засчитывают. Угу. По-моему, уже нет. Видишь, по 500. Тебе мне. Угу. Понятно. Так, хочу пригласить тебя на второй этаж, в ту тайную дверь. Где ты? В ту тайную дверь, а здесь же у нас вот эмблема юникорна. Ну ладно, пойдем на второй этаж на самом деле. Ой, юникорна, говорит, Центавра. Юникорна, ну да. Сейчас выскочит юникорн как на нас. Я думаю, ты офигеешь. Welcome, stranger. А где местные прячутся вообще? Не знаю. Так, подожди, там что-то блестит. О, я еще одну нашел. Я что-то глазастый сегодня. О, точно. Надо еще попасть бы мне. Попал. Это я попал. Да, это я попал. Так, ну-ка. О, смотри. Паза. А зачем? Ну, мне так более комфортно. Я люблю чужие двери ломать. Не ходи никогда в гости ко мне. Ни за что. Придется двери прострелить и уйдет. Так, ну что там? Да вроде как-то. Опять портрет? Да, портрет Спенсера. О, слышал звук? Да. Это хорошо. Спальня. А здесь Спенсер жил. Спенсер, подожди, это же тот парень, который... Ладно, не будем спойлерить. Который Вескер там в катсцене. I am the truly God. Такой. И это самое. Он на вот этой... А, нет, мне показалось. Так, патроны. Что-то ты не берешь. Что-то у нас сегодня ничего не берешь. А и у меня патронов просто уже много. Здесь сегодня дневник за 98-й год, кстати. Пароль 3. 98-й год, это как раз от Raccoon City. Или что там, как он? Отлично. Так, it looks like pages. Май 98-го. Позаботься о новом создании. Похоже на освежеванную гориллу. Так, несчастный случай в подвале в лаборатории. А, тут в подвале в лаборатории есть, понятно. Мы, видимо, туда придем. Ну, в обители зла под любым городом или небольшим поселком есть секретная лаборатория. О, это же это отсылка к этому, к первому резиденту. Там был дневник, и там было написано, как человек превращался в зомби. То есть его укусили, он сначала писал там плохо, да, глава, да, 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 да. Потом под конец такой: чешется, голодно, чешется, кушать. И тут такой лихорадка, все чешется. Сегодня голоден и съел собачью еду. Так, четвертое, что-то. Чешется, вкусно. Прикинь, с ума сходить тогда. Офигенно. Ну, то есть, как и для подачи сюжета вот так вот, это офигенно. Сделали. В реальной жизни-то нафиг надо. У нас с тобой есть две выписки с паролями. Где-то еще третья должна быть.
А еще у нас есть клевый. Непонятный знак. Но клевый. Ну то можно ногой было открыть. Ну, я же не ковбой. Я замки отстреливаю, да, у дверей. Ну давай сюда попробуем тогда пойти. Так, ну давай. Что у нас тут все-таки? Пока что спокойно все. Ух ты. Я опять один вошел, такой дверь закрыл. Ух ты. О, папа, тихо, тихо, тихо. Собаки за окном. Да-да-да-да-да. Во втором резиденте, помню, выпрыгивали. Я так, помню, что-то. В полицейском участке Немезис на нас выпрыгивал после того, как мы по лесенке спускались. Стёрс такой. Стёрс, ага. Я помню, как мы тогда с друзьями чуть не родили кого-то страшного. Замок, говорит, легкий, его можно легко открыть. О, ну давай. Видимо, только ты можешь это сделать. Так, что мы тут имеем? Здесь у нас странная комната, в которой вроде как ничего полезного-то и нет. Там, ну, кроме большого монитора. Ну да. Это, похоже, главный компьютер Спенсера. Что пишут? Нужно 3 пароля. Что кажут? 2 есть. Клево. И есть ощущение, что там, где ты стоишь сейчас, там что-то откроется. Это такая неочевидная дверь. Ну да, так. Так нет. Ну, что-то как-то, видимо... Рычажок какой-то нужно нажать. Так, ну пошли, у нас еще пока есть куда место. Тить. Блин, темно тут? Тут очень круто, что именно ничего не происходит, ты сам там додумываешь. Что тут, да, как могло быть? Клевая дверь. У меня есть ощущение, ну-ка тихо. Кто-то только что ушел туда дальше. Он тут за углом стоял. Ты слышал шаги, да? Ага. Так. Ну, после того, как ты слышишь шаги, я беру гранат. Да. Зажигательный такой. Да, такой. Запросто. Это что такое? А, это... О, я смотри, еще одну нашел. Я слышу странный... Ой, блин. Ты разбил ящик не ради. Так. Я не буду брать эту бумажку. Я лучше возьму. Хо-хо-хо-хо. Что-то там нашел. Так, ну что, это третий кусок. А, это... так, она на тепло. Слышал? Замки упали или что это было? По-моему, где-то сломался замок. Не замок сломался, а одна из этих сеток упала. Что происходит? Нормально все. Я знаю, куда нам нужно идти. Ну вот там дверь была. Ну, по... а. Там еще вот, где мы столько что с тобой были. Или она просто на выход ведет? Нет, а попробуй туда сходи. Один. Окей, нет. Давай. Давай. А я тут побоюсь. Прикрой пока. Меня. Кричи, если что. Если что, я буду визжать. Хорошо? Ладно. Что-то мне тут неспокойно, надо было нам вместе идти. А, она вдвоем открывает, что ли? А, закрыто изнутри, ты должен замок, видимо, отстрелить. Там красненький замочек на двери. Увидишь, нет? Нет, я его отсюда физически не могу увидеть. Видимо, это попозже мы сможем сделать. No, Phoenix. Thanks. Пойдем. Ты у нас помнишь, камин был? Да. И у нас бумага, на которой молоком что-то написано. Погнали. Сейчас мы будем проявлять. Блин, у меня твои шаги, они как-то... Я постоянно... Ну, это думаю, я хожу что... все-таки. Ну, за мной еще тоже кто-то ходит, но я не оборачиваюсь на него. Слендер. Да. Так, ну пока что вроде спокойно. Опа-па! Это было? Стекло разбилось в меня прям. Осколки вылетели. Ты как не поранился, Крис? Мозг не задет? Что? Мозг?
Мне кажется, он уже давно задет. Слишком давно. Но это же прекрасный Оберикс. Панорамикс. Так, подожди. А, вот она. А откуда музыка играет? Откуда-то? Не, ну понятно, что откуда-то. Ну да, с нами кто-то играет. Я просто откуда-то, я развернулся в сторону, откуда мне послышалось. Отлично. Отлично. Пароль был. Все, теперь мы можем идти обратно. Там на втором этаже, по-моему, кто-то только что ушел. Я какое-то движение видел. Не знаю, надо пересмотреть будет потом, но мне показалось, что там кто-то был. Там, где мы были, или вот здесь? Там, где мы были, в столовой. Отлично, это радует. Какая-то собака с нами играет. Как раз хотел узнать, что мы здесь не одни. Да, тебе одиноко уже стало? Да. Иди вы, батюшка. Теперь извращенец. С нами бабайка. Бабайк ты любишь. Обожаю просто. Так, ну ладно, вводи пароль. I'm coming first. Погнали. Чё, как тебе, Джек Шепард? Амбрелленька. Воспоминания 3 нам показали. А, воспоминания? Мне тоже нужно показать. Тестируемые объекты. Ханс, Фелисия, Марка. Джона, Ирма, Кен, Лаура. Вильям, Хиро. Дерек, Майлз, Алекс, Альберт. Альберт? Да. Там что-то в конце написали про номера кандидатов, ну, в общем, посмотрим. Так, сейчас я прочитаю. Ескип это такой. Я не хочу туда. Там сейф. Несколько людей, короче, они изучали. Тестовые субъекты такие-то, такие-то, такие-то. И из них, похоже, только 13-й номер. Чего-то добился. Так, что, я туда иду, что ли? Да, я вроде какое-то рычание за дверью слышал. Спасибо, товарищ. Жен, это нормально. Меня больше беспокоит, что тут все в кровище. Да, вы какие-то. Жил? Только что просил меня, чтоб я его, опа, защитил. Смотри, смотри, блестяшка, стреляй в нее. Какая нафиг блестяшка? Я не могу остановить. Контроль должен быть где-то. Я сбил блестяшку. Беги туда, помнишь, где дверь была закрыта? Где? Ну, туда, в ту сторону, дальше. Помнишь, где звуки были непонятные, там клетки были? На. Давай, там, открывай дверь. Тут рычаг есть, давай быстрее. Давай, Джек Шепард, ты где? Ё-моё. Я бегу. Камон. Вот, сбил его, да? Да-да-да, давай. Он уже тут. А что мне за это будет? Тебе за это пули не будет в лоб. Джек Шепард, что? Мы умрем вместе. За это вместе. Будет. Ну давай уже. Я не знаю. Я отдам тебе аптечку. Отлично. Диплом, я брал. А, мне выходить надо. А, блин. Ты знаешь, как заставить девушку ждать? Ну, типа, чтобы она тебя ждала. Ну да. Есть такое. Козёл. Нормально. Так, патроны к шотгану. Мне нужно тебе сейчас по-любому твою этот дать. Джек Шепард, иди сюда уже. Я бегу. Отдам тебе гранату. Клево. Ну, у меня есть две. Ну, видите, третью. Давай. Сейф тут не что ты заслужил. Да подождите. Пуля в лоб, да. Я заслужил. Это комната моя. Это камеру так отдалили. Как-то здесь немножко все странно выглядит. Так, что я знаю, что это рычаг. Ты не помнишь, что ли? Нет. Память у тебя, Джек Шепард. У нас там в самом начале, на входе был... А я просто туда не поднимался же. Ты один ходил, смотрел. Так, ну ладно, хорошо. Я брал потрошки.
Нормально, ты уже один раз чуть не умер. Да. Из-за тебя. Да ладно, я тебя спас. Забрал аптечку. Продажная душонка. Так, больше тут ничего в окно не кинуть, нет. Хорошо. Ты сила, а я мозг. Давай пойдем. Мускулы. Куда идти? Так, отлично. Давай, крути. Ну так слишком. Хвоста не хватает. Плохо так крутить. Я честно тебе скажу, мне туда не сильно хочется. Ну кручу-то я. Угу. Удачи. А я вижу рычаг. Хочешь со мной пойти? Не-не-не-не. Иди дальше сам. Давай, иди сюда. Да я переживу. Пойду домой, да, куплю пиво. Ну, сяду. Пиво со Слека. У тебя за спиной еще одна эмблема, я ее вижу. Господи, у тебя за спиной. Отлично. Отлично. Я уже думал, Слендер. Тут, кстати, кто-то мертв. Их всегда трое. Кто-то мертв. Что у нас по времени, Джек Шепард? По времени у нас 26 минут. Нормально, давай на этом, наверное, завершим первую серию. А в следующий пойдем уже в подвал. Пока что это, по-моему, самое крутое дополнение. Вообще самое крутое, что было в пятом Resident Evil. Потому что очень крутой, атмосферно. Вот такого там именно не хватало. Ну, не знаю, посмотрим, как будет дальше. Для тебя это тоже слепое прохождение? Да. Круто. Так что увидимся в следующей серии. С вами были Артур и Джек Шепард. Пока. Всем пока. Пока-пока.